цель вашего приезда в Бангкок, мистер Винсент? Отдых. Ну да, конечно. В его планах осмотреть окрестности, заняться дайвингом, прокатиться по ночному городу, совершить гастрономический тур. Давай влево. Изучить наречие. Скажите ей, что я хочу пригласить ее на ужин. Отведать местной кухни. Остро. Овладеть боевыми искусствами. И, конечно же, навестить старых друзей. Николас Кейдж в фильме «Опасный Бангкок». Премьера 13 февраля в 20:30 на «Иллюзионе плюс».